Последнее время я так увлекся Звездными войнами, что сегодня решил соответствовать этому фильму. Всем привет! Меня зовут Вова, а вы смотрите новую распаковку на канале Instant Studio. Сегодня я распакую сразу 4 посылки. А вот, кстати, и они. Именно вот эти 4 посылки мы сегодня с вами распакуем и поговорим о каждом товаре, который мне пришел с сайта AliExpress. Именно с этого сайта были заказаны все 4 посылки. Большинство товаров были приобретены в день скидок 11 ноября. И только сейчас они приехали ко мне в Киев. Ну что ж, не будем тянуть и начнем распаковывать. Поехали. Я долго не мог понять, что находится в этой посылке, потому что слишком много текста и как-то непривычно. Но я смог рассмотреть надпись «Микрофон». Видите, она очень маленькая, но я все же смог ее заметить. Микрофон стоил $3.65. За такую сумму я его приобрел. Посылка была отправлена 16 ноября 2015 года. Посылка мне пришла вот прям на днях, то есть она шла больше 2 месяцев, но я очень рад, что она наконец до меня добралась. Итак, распаковываем. Я, как говорил, очень сильно ждал этой посылки, и я очень рад, что наконец я сейчас увижу этот микрофон, и главное, чтобы он работал. Итак, что мы видим? Вот оно. Все, здесь больше ничего нет. Это пустой конверт, и он нам не нужен, мы его убираем. Микрофон запакован помимо посылочного пакета еще в один целлофановый пакетик, который на застежке. На передней стороне, кстати, приклеен штрих-код. В общем, давайте достанем его. Вот. Это петличный микрофон, он мне безумно необходим для съемки видео. Теперь я смогу микрофон пристегивать к одежде и записывать качественный звук. Но не уверен, что он будет прям идеальный, потому что микрофон стоил всего $3. Но и все же, мне кажется, лучше, чем ничего. Давайте его раскрутим и посмотрим. Длина здесь, ну, достаточно большая. В общем, я рад, что он длинный. Здесь где-то, ну, думаю, 1,5 метра, а то и 2 есть. В принципе, больше и не надо. Как я сказал ранее, это специальный петличный мобильный микрофон, который работает с мобильной техникой, с телефонами, с планшетами, с плеерами. Итак, его материал. Здесь обычная резина, ну ничего особенного. Ощущения далеко не такие же, как в AirPods. В общем, обычная резина, которая используется в обычных зарядках на андроиде, ну либо же в какой-то другой технике. Прищепка сделана из очень прочного железа, я уверен, что она на одежде будет очень хорошо цепляться. Сам микрофон обшит тканевой штуковиной, которая будет поглощать шумы и звук будет писаться максимально чисто. Как вы видите, у него вход с 3 полосками, ровно такой же, как используется в наушниках для мобильных устройств. То есть, по идее, он должен подходить. Что ж, давайте его тестировать, и следующий кадр будет записан именно на этот микрофон. На этот микрофон записывается звук всего этого видео, потому что этот фрагмент я снимаю уже после распаковки. Как вы видите, вот у меня расположен микрофон, и именно на него пишется звук. Мне интересно, как считаете вы, звук стал лучше, либо же нет? Пишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я стараюсь исключительно для вас. Многие из вас писали мне, что нужно работать над звуком, чтобы он был более объемным и лучше было меня слышно. Что ж, я прислушался к вашим советам и приобрел микрофон. Теперь мне интересно ваше мнение, хорошо ли пишется звук и устраивает ли вас он. Давайте приступим к распаковке следующей посылки. Если в прошлой посылке я знал, что находится микрофон, то что находится в этой посылке, я понятия не имею. На ощупь такое чувство, что там ничего нет, хотя она какая-то тяжеловатая, но я думаю, что это вес пупырки, а не самой посылки. Мне кажется, здесь будет какая-то татуировка, либо же какой-то лист. В общем, не знаю, давайте распакуем и посмотрим. Но прежде чем ее распаковать, давайте осмотрим конверт с 2 сторон. На передней стороне, как обычно, ничего особенного. Адрес отправителя, получателя и стоимость этой посылки 69 центов. Посылка весит всего 15 грамм. На задней стороне есть некая информация. Здесь написано, что посылка была отправлена 4 ноября 2015 года. Посылка мне пришла давно, около месяца назад, доставляли около 2-3 недель. Ну а теперь наконец настало время ее открыть.
Распаковывать мы ее будем, как обычно, ножницами. И так как я не знаю, что находится внутри, я очень боюсь повредить содержимое. Поэтому будем открывать максимально сбоку, чтобы не повредить то, что находится в конверте. Вот я сделал маленький надрез. И что мы видим? Что это такое? Ой. Ого. Все, здесь больше ничего нету. Как я и думал, это временная татуировка, которую ты наносишь, она держится пару дней и стирается. Оформление упаковки мне очень нравится, но я только что посмотрел на само изображение вблизи, и мне не понравилось его исполнение. Оно какое-то пиксельное, то есть эффекта реалистичности совершенно нету, и я не понял, что значит вот эти штуки, это отдельные маленькие татуировки или что. На задней стороне расположена инструкция, как наносить эту татуировку на кожу. Серийная информация на китайском языке, но вот инструкция переведена на английский язык, то есть прочесть в принципе можно. В выводе о этом заказе могу сказать, что хорошее оформление упаковки, но мы же платим не за упаковку, а за содержимое ее, и, к сожалению, само изображение подкачало. Качество не очень, но как-то так. Вам ее рекомендовать не буду, но если же вам она понравилась, то ссылка есть в описании. Вот эту временную татуировку мне прислали. Как я сказал, то что упаковка действительно хорошая, но вот содержание. Здесь, правда, очень некачественное изображение самой татуировки, она пиксельная. Помните, в прошлом выпуске проекта «Распаковка» мне пришла татуировка на Хэллоуин? Вот там качество было изумительно, прям вообще отлично, придраться не к чему. Но этой татуировкой я недоволен, и думаю, после этого я перестану их заказывать. В принципе, я не знаю, что с ней делать. Эту татуировку я заказал для очередного видео, у меня появилась идея, и мне нужна была какая-нибудь такая татуировка временная, которую можно нанести на тело, ну и потом быстро, без проблем ее убрать. Ну а мы переходим к следующей распаковке. Эта посылка была оценена в $2 и весит 10 грамм. На задней стороне мы видим, что продавец ее оценил в $5. Ну а мы берем ножницы и начинаем ее распаковывать. На самом деле я догадываюсь, что находится внутри этого конверта, и сейчас мы узнаем, правильно ли я думаю. Что же это? Выпадай. Да, как я и думал, это стилус. Вы у меня спросите, зачем же мне еще один стилус, ведь вы знаете, что вместе со смарт-кейсом для iPad Air 2 мне в подарок пришел стилус, и вот я заказал еще один. Дело в том, что вот этот стилус короткий, поэтому я решил заказать более большой стилус, но как-то он такого же размера и прям даже меньше, что ли. Как-то странно, я думал, что он будет размером с ручку, либо же вообще с карандаш, но он очень маленький, тонкий, и качество его на самом деле хуже, чем вот этот подарочный стилус, потому что это сделан из, ну не могу сказать то, что из железа, но из какого-то похожего на железо металла, а этот полностью пластиковый. В общем, эта посылка для меня разочарование, потому что я ожидал, что он будет больше. Именно с этой целью я купил себе еще один стилус, потому что я хотел большой полноценный стилус, но получил какую-то фигню, иначе это не назвать. А вот и тот самый стилус. Видите, он очень маленького размера. Если сравнить с моей рукой, то он примерно как ладонь, может чуть больше. Как я вам говорил, то что я заказал стилус, потому что надеялся, что он будет побольше, чем мой вот этот стилус, который мне пришел в подарок с покупкой чехла. Я хотел более большой стилус, и поэтому заказал вот этот. Но он оказался не то что больше, он намного меньше, чем мой предшественник. Я заказал стилус для того, чтобы более комфортно работать с фотографией. Но я даже не представляю, как смогу работать с этим стилусом. В общем, что сказать, я не знаю, у меня просто нету слов, меня продавец надурил. Настало время последней посылки для сегодняшнего видео. На передней стороне отсутствует какая-либо важная информация, чего нельзя сказать о задней стороне, на которой мы видим, что посылка была оценена в $1. Кстати, очень криво наклеены опознавательные знаки здесь с этой стороны, а здесь нужно переворачивать, чтобы прочесть. Я понятия не имею, что находится внутри. Вот давайте его распакуем. На ощупь здесь что-то мягкое, большое. Но я не знаю, вроде бы я ничего такого не заказывал.
Итак, так, не зараспаковал. Вот. Ого. Упаковано хорошо, видите, и в конверт, и еще в такую штуковину, не знаю, как она называется. Еще она обмотана скотчем, его мы тоже разрезаем. И так раскручиваем. Ого. Вау. Я доволен. Как вы думаете, что это такое? Знаете, нет? Как-то максимально хорошо было упаковано, много упаковочного материала. В общем, это две щетки для языка. На моей зубной щетке нету специальных штуковин для чистки языка, поэтому я решил купить себе такие щетки. Я пошел в киевский магазин и нашел щетки для языка. Они были вот такого примерно размера. В упаковке их было 4 штуки, и они стоили 98 гривен. Это около 200-300 российских рублей. Здесь же на AliExpress я нашел 2 щетки. Около 2 или 3 долларов они стоили. Пришли мне быстро и, как вы видели, очень хорошо упакованы. То есть сохранностью этого товара я очень доволен. Единственное, что они помяли упаковку, но это не столь важно. Не в упаковке же дело. Как мы видим, сами щетки упакованы в герметичную заводскую упаковку. Они не вскрывались. То есть все единично. К сожалению, такой фирмы я не знаю, но, возможно, в Украине нету такой компании, но вот в Китае все возможно. Здесь написано, из чего состоит эта щетка. Ну, сами они сделаны из пластика, здесь прорезиненная штуковина, чтобы лучше было держать в руке. Ну, а здесь какие-то ребристые штуковины, которые будут чистить полость языка. Здесь на изображении нарисован сам процесс очищения. На нижней стороне упаковки штрих-код и знаки соответствия качества. Щетка для языка и целых 2 штуки, что для меня очень большая неожиданность. Я прям не думал, что мне пришлют 2 штуки, ведь я покупал вроде бы 1. Я точно не помню, потому что это было давно, еще в ноябре, а сейчас январь. Вот. Но мне кажется, что мне пришла она бонусом, либо еще что-то, потому что я не помню, чтобы заказывал 2 штуки. В заключении сегодняшней распаковки я хочу сказать, что мне больше всего понравилась щетка для языка и микрофон. Двумя этими посылками я очень доволен, они мне идеально подошли, и я очень рад. Ну а что касательно вот этих 2 посылок, то я разочаровался, и они мне не понравились. Ну а на сегодня все. Если тебе понравилась сегодняшняя распаковка, то поставь видео палец вверх. А также напиши в комментарии твое мнение насчет звука. Нравится ли тебе, как записывается звук на мой новый микрофон? Ну а также не забудь подписаться на канал Instant Studio. Ссылка будет здесь, так что подписывайся. Ну а с вами был я, Вагура. Впереди много распаковок и других интересных видео. Так что до скорых встреч, увидимся. Пока-пока.